Привет! 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 Вы на канале гостях. Вы на канале гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем делать шарики, да, животные. Еще мы будем идти из шариков. Цветок, пчелу, кролика, собаку вариант один, собаку вариант два, лебедя и мышку. Ну, короче, что получится, потому что вы ни разу с этих шариков не надували, ничего не делали. Поэтому что получится у вас, то вы и сделаете, да? А это специальные воздушные шарики, из которых можно делать разные всякие поделки, да? Алиса хочет открыть. Так, что там? Что там в этом наборе есть? Опа, да. Воздушные шары. Ну, все шары. Там воздушные шары, 12 штук, да, и насос. Да. Мне должна быть... Собачка должна быть классным цветом. Так, сейчас попробуем тут что-то открыть. Так, может, мы... Что получается? У меня голубое платье. Голубое платье, да, у Алисы, смотрите, какое голубое платьишко. О, вот да, насос, вот. Так, насос нормальный, все нормально. Ну-ка покажи, Алиса, как насос работает, да. Ну и все, доставай пока один шарик. Ксения, доставай. Пока доставай раньше. Один шарик, а это пока так, уберем в сторону. Ямка? Какая стенка? Ну, там оно было. Ну, так ты ее порвал и выкинул. Зачем ты вот ее так сделал? Вот, и она как раз сейчас... Ну, давай, шарик сначала нужно надуть. Я хочу шаму. Ну а ты сейчас Егор сделает, надо посмотреть, как получится, не получится. Ты сейчас Егор вот делает, ну давай ты попробуй насосиком. Ой, улетел. Надо держать за около отверстия. Конечно, он так будет слетать. Да, надо его же качать. Так, держи теперь, плотно руками держи и качай насосом. О, здорово. Ну, сосиска какая. Егор, дай Алисе покачать насосом. Егор, дай Алисе покачать насосом. Ты держи. Нет, ты насосом качай. Ты же хочешь покачать? О, молодец. О, какая сосиска по себе получается. Так. О, какая колбаска получается. Так, ну-ка. Ну все, наверное, пипочка должна оставаться. Все, пипочка должна оставаться. Там на каждом этом пипочка остается. Да, и надо ее завязать. Да. И завязать. Все. Ну все, теперь завяжешь сам? Нет. Давай, я попробую завязать. Вот какая судебная сосичка и так. Давай, попробую завязать. Так, а как ее завязывать-то? Так, сейчас посмотрим. Тут... Не говорится. Так, чуть-чуть давай спустим. Так, как она завязывается-то? Папа завязывается так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, вот, завязали мы наконец. Ну давай, Егор, что будешь делать? Мышку, да. Ну давайте, делайте мышку. Как делать мышку? Так, сначала нужно завязать вот тут вот такие вот шарики. Ну завязывайте. Да. Ну завязывайте, там на картинке это ты смотри, а завязывай, мы будем смотреть, как ты завязываешь, да? Мышка, да? Ой, раз. Нет. Шарики, наверное, побольше надо, да? А, не, Алиса, подожди, Егор будет делать. Это колбаса. Колбаса? Да, колбаса. Остатки с колбаса. Так, дальше. Сколько таких шариков? Ну, они одинаковые же должны быть, да? Как-то это нужно. А как их нужно завязывать? Я хочу три. Давай 10, давайте. Давай 10. Ну да, их, наверное, штук 10 надо. Если мышка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10. Как Алиса отгадала? Егор, у тебя 10 не получится, там кругляшочки надо, а ты делаешь такие так, прямоугольнички. Так, и тут такая вот. Мне надо колбаски. Ну смотри, надо, чтобы 10 получилось. Все? Так, первый готов. Первый готов. Держится. Так. Я хотела 10. 10? Ну, пускай сколько получится, столько получится. Ну 10, Егор, считай, чтобы ориентировочно было. Ну все, хватит. Ой. Нет, что-то не получается. А как это делается? Не знаю. Крутить.
Ну ты сильно много крутишь. Первый готов, так вот. Так, второй. Один писарик, а как у меня утерся. Один что-то пытался. Не получается. Ну-ка. Так. А как оно должно быть? Вот так, наверное. На меня. Да, вы тоже не получается. Так? Ой. Да? Нет. А как оно должно быть? Раз. Так. Ну что вы смеетесь? Папа тоже ни разу не делал. Так. Дальше. Так. Три. Дальше. Так, ну-ка, что-то я не понимаю, как это должно делать. Ну-ка, покажи его, попробуй ты делать. А как они, как делаются тогда, мне интересно? Я держу. Сейчас не надо. Это будет как папа. Ой, да. Это червяк. Как же делают? Так. Так. Ну так получается, да? Нет. Может, мы другое? А какая разница? Другое, не другое. Нужно, чтобы они получались вот эти вот штучки. А у нас почему-то они не получаются. Да? Как вот они должны быть? Так. Ой. Да что ты хочешь делать? Они все разлетятся. Что-то у нас не получается. Может, да? Лебедя сделаем? Да какая разница? Но все равно это же нужно. У нас не получается почему-то они, чтобы были эти. Как их загибать надо, а? Кто знает? Я знаю. Кто знает? Я. Ну, показывай. На, показывай. Так, сейчас мы, наверное, разберемся, да? Давайте разберемся, как это делать. Давай. Да, я буду сама делать. Сарик, мышку сама. Так, ну-ка давайте вот так вот, наверное, будем делать. Будем делать да. Вот так вот. Да. Головку, да? Головку вот так вот сделали, да? Потом я вот так. Алиса, не трогай. Потом вот так вот, да? Вот так. И вот так, да? Вот так вот, чтобы одинаковые были. Да? И потом вот так сгибаем. И вот так вот. Закручиваем, да? Что мы делаем? Так, делаем дальше как? Делаем дальше так же, такую же воздух туда спускаем. Так, так же, да? Мышку мы делаем так. Дальше. Ой! Так, вот так вот где-то. Так, нет, это ушко тогда будет побольше чуть. Вот так вот одинаково. Так. Дальше делаем такое же, да? Получается... И опять перекручиваю. Это для меня мышка будет. Ой! Ну ничего у нас не получилось. Короче. Да. Давайте будем делать другое, да? Да, давай собаку. Собаку. Классную собачку. Так, прикольно у нас, конечно, получилось. Взорвалось это. Да, давайте будем делать. Вот мы надули еще один шарик. Будем делать еще один раз мышку. Да. Пока у нас не получится, да? Да. Так. Это оранжевый. Раз. Дальше. Воздух туда спускаем. Два. Чтобы в этот раз у нас еще не сорвалось. Ушко. Ой. Так. Так, это будет
Это будет носик такой маленький, да? Дальше что у нас? Это ушки будут тогда? Да. Ушки. Так. Еще одно. Это вот ушко. Так. Так, теперь мы вот так вот делаем, да, и скручиваем их. Скручиваем их между собой. Да. Так, здесь делаем такую же ушко, да? Да, такое. Так, здесь по размеру. Не пугайте, а то мне уже самому страшно. Так делаем. Так делаем. Делаем. Так. Так, как это? Ушко теперь так вот сюда надо. Как это и завёрнуто. Ой, вот так вот. Так. Как оно должно быть? Вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так. Вот. Так. Сейчас он не завёрнулся. Так, во! Это получилось два ушка. Здорово, да? Ложка и пипочка. Дальше. Ну вот, смотрите. Похоже маленько на мышку? Да. Пи-пи, пи-пи. Так, получается, да? Да. Так, дальше. Дальше мы что будем делать? Дальше мы будем делать здесь вот шарик такой. Маленький. Маленький шарик, маленький здесь будем делать, да? Так, а здесь опять чуть побольше. Ой, шарик сдулся. Как Мишка говорит? Так, вот тут вот шарик маленький делаем. Здесь делаем чуть побольше такие колбаски. Здесь делаем чуть побольше такие колбаски. Скручиваем их между собой. Так, пи-пи-пи-пи. Так, что это у нас получилось? Пи-пи. О, ножки передние получились. И голова получилась, и ушки. Так. Слишком длинный. Ну ладно, вот уже получается. Так, опять кругляшочек делаем. Ой, кругляшочек делаем, да? И опять делаем такие ножки. Раз. Погладить, сейчас погладишь. Опять делаем такие ножки. Раз. Делаем такие ножки. Два. Скручиваем ножки. Вот так вот. Три. Так. Шарик не надо шарик взрываться. Так, о! Что у нас мышка, получается? Мышка, так. Собачка. Мышка получилась? Да. Дальше, что мышка, у нас? Пи-пи-пи. Дальше тут шарик. Ну, его, наверное, сильно, сильно надули, да? Потому что хвостика не осталось. Так, хвостик вот так у вот. Будет такой большой. Вот так вот, и хвостик получился, я хочу как у пуделя. Погладить. Так, подожди. Ну, что у нас получилось? Мышка собачка. Такая... Мышка. Собачка. Собачка? Делали мышку? Ой! Делали мышку, а получилось. А получилась собачка, да? Так, так. Ну, получилась какая-то собака. Получилась какая-то собака. Ну-ка, Егор, держи. Пудель получился, да? Ну, четыре ножки и две ручки. Ой! Ну, эта ручка будет держать, да? Да. Ну-ка, где? Где ушки? Получились. Где ушки? Почему мы делали мышку, а получилась собачка? На, Алиса, поиграй. Прикольно получилось, да? Да. Но мы маленько что-то неправильно сделали, потому что у нас какой-то хвост получился длинный, надо его купировать. Ну-ка, Егор, давай сделаем что-нибудь простое. Давай сделаем меч. Меч? Давай сделаем меч зеленый. Ну-ка, ты же меч, наверное, сделаешь. На, надувай шарик. Давай бордовый. А это собачка, пусть у тебя тут будет. Я хочу вместе с ним. Да. А Егор будет держать, а ты будешь качать. Я хочу, ну-ка. Давай вместе. Егор, дай покачать. Только пол сильно. Он какой-то розовый у него попался. Ну, пускай розовый. Давай вместе. Давай. Это пока будет Алиса. Да, это мой любимый свет. Ой. Так, осторожно. Меч создал себе. Меч будете делать или что? Няня чуть-чуть няня поломал руку. Чуть-чуть поломал руку? Да. Я так быстро-быстро качал. Ну прикольно, конечно, это делать, но это надо учиться. Нужно посмотреть, как это делается. Ну, интересно, да, получается? Да, да, да.
Гав-гав-гав-гав-гав. О, Алиса играет. Гав-гав-гав. Все, хватит, хватит, Егор. Давай, завяжем. Гав-гав-гав. Снимай. Снимай, снимай насос. Мы сейчас завяжем. Гав-гав-гав. Что, пора напалить? Да. Так. Гав-гав-гав-гав. Давай, насос сложи. Ты меч сам сделаешь? Угу. Ладно, попробуем. Гав-гав-гав. Ну, я не знаю, как ты же делала его. Собачка, гав-гав. И вот мне же делать мышку, но у нас получилась собака. Ну, попробуй, попробуй, как получится. Надо. Если мы решили делать мышку, у нас получилась какая-то собака. Да? Да. Так, да. Это мой любимый цвет. Так. Какой-то гусь получается. Поможешь? Так, ну давай, давай, Егор. Разобрался как? Да. Так. Нет, поменьше, поменьше ручку, наверное, должно быть. Вот так где-то, да? Да, вот да. Алиса. Так, так, закручивай, да. Это мой любимый цвет, розовый. Это мой любимый цвет, розовый цвет. Ой, это хвостик. Это хвостик. Так, не так скрутил. Как я делал. Так, вот. Делаем вот так вот, да? Да, да. Берем вот так вот, скручиваем. А, вот так вот, бери, скручивай. Так, за пипочку держи и скручивай. Теперь пипочку вокруг наматывай. Да, у Алиса с собачкой играется. Так. Так. Ну все, замотал, да, получается? Посмотрите. Ну-ка, давай попробуем. Замоталась она? Ага. Ну давай дальше. Просовываю вот так вот. Смотрите. Вот, и получился у нас такой меч. Только нужно было до конца надуть, да? Да. Шарик. Показывай, какой меч получился. Не, ну ручку-то ты зачем? За ручку бери. Вот это у тебя ручка такая. Вот такой меч. Ха-ха. Да, ну нужно было просто шарик до конца надуть. Да, вот тут. Да? Надо, покажите чтобы... мне меч. Покажи. Да. Ну-ка покажи, как ты сражаться будешь. Ага, да, Сладка. Ага. Так, давайте сейчас что-нибудь еще сделаем. Давай сейчас меч разберем и что-нибудь сделаем еще, да? Собака. Так, ну мы меч сделали, да, давайте еще небольшую сделаем фигурку. Давайте сделаем мышку все-таки, да? Такую да, маленькую. Давай, Егор, накачивай до половины, чтобы половина была, половина был шарика надут, а половина нет. Давай нарисуем собачки глазки носик. Так. Так, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Собаку. Все, наверное, хватит. Ну-ка. Так, так, так. Ну-ка еще чуть-чуть. Давай нарисуем горшки и собачки. Сейчас ты мышки нарисуешь. А еще, Игорь, чуть-чуть. Еще. Ну все, все, давай, я завяжу сейчас. Так, завяжу сейчас, и Егор будет делать мышку, да? А Алиса рисовать. Положь. Держи, Егор, делай мышку. Так, да, я сам буду рисовать шарик, да? Ну да. Да, я сам буду рисовать ротик и глазки. Ротик и глазки, да, Алиса будет рисовать. Да. Так. У-у-у. Теперь делаем ушки. Так, я вот тут еще две колбаски, да? Да, ну вот так вот где-то пополам. Вот так вот ушки будут длинные. Вот так вот. Так. Не, подожди. Вот так вот, наверное. Ой. Так, вот так вот делай. Да? Вот так. Вот так. Да? Или как? Ну, наверное, ушки делай. Как мы ушки делали? Ну, ушки делали вот так. Так. И вот тоже половину. Так, да. Так, и между собой перекручивай. Да. Так, вот так. Так, да? Да. О, получилась мышка. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Да? Ну-ка, Алиса, сейчас мордочку.
бабушка еще нарисует. Нарисуй. Так, на тебе фломастер. А где ножки? А просто у нее будет это. Без ножек так сделали. Алиса нарисует глазки. Алиса глазки нарисует. И так. А ножка у нее та пипочка. Сейчас посмотрим, как Алиса глазки нарисует. Да? Нарисовала? И покажешь нам. Теперь... Ну-ка, покажи. А, и ротик еще. Ну-ка, показывай нам, что там получилось. О, Алиса, какие нарисовала. Нарисовала глазки, да, и ротик вот такой нарисовала Алиса. Вот такая мышка получилась, да? А сейчас Алиса рисует ротик и глазки у собачки, да? Да, и ротики нарисует. Все, нарисовала. Ну-ка, покажу собачку. О, собачки, здорово. Какие глазки получились, да? Смотрите, какие глазки получились. И ротик Алиса вот нарисовала. Да. Ну что? Все, я сделал. Мы первый раз сегодня с такими шариками позанимались. Сделали несколько фигурок. То есть то, что мы делали первый раз, ничего не умели. Поэтому что у нас не все и получилось, да? Поэтому, кто умеет делать красивые фигурки из шариков, напишите нам в комментариях, как это легко сделать и просто. А мы посмотрим, мы будем смотреть. Может, у вас видео тоже есть, как вы делаете. Мы будем смотреть и учиться. А сейчас мы всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы и Егора. И ставьте пальцы вверх за... Я вас люблю. Алиса вам. И ставьте пальцы вверх. И ставьте пальцы вверх за бесногую мышку, за собачку и за трое лопнутых шаров. Да, три шарика у нас лопнуло. Да. Один вот в кадре, два за кадром и так далее. А это мы сейчас будем тоже пробовать. Да. Потому так. Что мы делали первый раз, и не все у нас получилось. Но тем не менее, мы молодцы, да? Да. Мы попробовали и что-то сделали. Всем пока-пока. Пока-пока.